Вот, пройдите на кухню, посмотрите. На кухне. У меня все текло из окна, то есть дождь. Единственное, что у меня все заделано, поэтому потолок у меня не рухнул, но у меня потоки воды. Я даже из дома не могла выйти, потому что мне сгонять его прих. То есть, ну все намокло. Во время дождя, да? Да. Хорошо, у вас то есть щели какие-то там? Стена настолько намокла, что нет. В принципе, это текло, оно и капало, и с боков. То есть я воду вот полотенцем просто в ванну сгоняла. Вот. А сейчас у меня, естественно, тут будет подсыхать, уже вот, ну и плитка начинается отваливаться. Ну и в другой комнате у меня уже начало протекать точно такой же. То есть из стен вода прямо это выходит. И вот вы писали заявление. Да, я вот. Сервис какой-то получили, никаких результатов. Нет, я ходила каждую неделю. Они мне обещали, что вышку. Мне даже сказали, что они оплатили уже наконец вышку, это каждую неделю как бы это. Но так как дожди не прекращались и шли бешено, то есть сначала это вот шестой этаж, потом вот пятый, потом уже вниз зашло до соседа. К третьему идет. Там к третьему, там уже вот идет. Такой ширины уже до первого этажа стены. То есть это если между пятым и шестым уже штукатурка ввалилась с наружной стены, то я так думаю, что это будет и дальше, и вообще неизвестно, что там, если стена так промокла, то это может быть разрушение уже и наружной. Да, фундамент, все там, если сейчас вот хорошо не зима. Я тоже как бы консультировалась, потому что компания, это, банкрот. Как Благосервис банкрот, да? По-моему, да. Но они объявили, еще решения суда не было, они просто объявили себя. То есть куда обращаться и что. А вышка, ну зачем им вышка, чтобы делать какой-то капитальный ремонт кровли или фасады? Дело в том, что когда лед сбивали зимой, повредили, во-первых, водосточную трубу, во-вторых, крышу. И так как кусок в этой трубы несчастный был направлен именно на стену, и вся вода с крыши шла именно в стену, то, соответственно, вот такие последствия. Если бы то это есть... устранили бы чуть быстрее, хотя бы вот как потом альпинистов, да, вызвали. Раз вышкой невозможно, но... То есть, если я правильно понял, когда лед счищали с крыши, сосульки сбивали, да, повредили водосточную трубу, ее направили на стену. Там вот кусок, что остался, он как раз развернулся, и вот этот огрызок был это... Еще вода стекала с крыши, и все в стену. И да, там естественно, весь поток, который должен быть направлен в водосточную трубу, он шел в стену. И теперь у вас там что-то вообще размыло, и там теперь любой дождь, и у вас протекает стена, да? А мы сейчас увидим. Сейчас просто это, я так понимаю, что нас вот коснулось, когда большой дождь. Соседку сверху, шестой этаж, ее затопило весной, потому что она мне спрашивала, у меня потеки. И в той комнате по потолку немножко. Но из-за того, что у меня, вот говорю, подвесные потолки, там плитка. Но как стекало по стене и капало, я слышала в дождь, вот, видимо, к соседу вот туда прямо слышно, как протекает все.